Запустили первый футбольный фестиваль «Дети будущего», бесплатный абсолютно для всех. Сейчас закрываем уже второй футбольный фестиваль на кубок футбольной школы «Харьков», которая была создана на базе детской спортивной школы номер 4 при поддержке футбольного агентства «90+». На награждение футбольного фестиваля приехал поддержать юных футболистов директор спортивной школы номер 4 «Разумный» Олег Анатольевич. Просим уважаемого директора к микрофону. Дорогие дети, уважаемые, огромное вам спасибо родителям за взаимопонимание детей, за участие в такое трудное время. В трудное время для государства, для нашей страны, все-таки мы делаем то дело, которое называется будущим. Это воспитываем детей и вселяем надежду на то, что они достигнут результатов, такие как клубы «Шахтер», «Металлист» и тому подобное. Берегите детей, родителей, берегите себя и свои семьи. Всего хорошего. Организован директором футбольного агентства «90+» Шиховцовым Александром и футбольным менеджером, тренером детской юношеской футбольной школы номер 4 и создателем футбольной школы «Харьков» Куличенко Артуром. Давайте поаплодируем, пригласим к слову. Хочу поблагодарить в первую очередь ребят за участие. Вы молодцы, вы приносите только позитивные эмоции. Поверьте, все делается для вас, для вашего развития. Вот, поэтому самое главное, не останавливайтесь, идите вперед. Поверьте, мы вас во всем поддержим. Здравствуйте еще раз. Я, наверное, на эмоциях, если что, не обращайте на меня внимания. Скажу одно, что если бы не моя команда, если бы не детская спортивная школа номер 4, я бы, наверное, сейчас здесь не стоял бы, мы бы не проводили этот турнир бы, и, наверное, бы не происходило то, что происходит сейчас. Я скажу огромное спасибо, Дима. Супер, честно. Это незабываемые эмоции, потому что очень мало игр в году проходит, когда вот именно ты переживаешь просто снизу до верха, и когда мы проходили этот путь, мы вот первый гол нам забили вот сегодня. У нас один удар был поворотом, он был сегодня. Вот такой вот немножко у нас печальный уровень футбола в Харькове, поэтому мы пытаемся его поднять. Есть возможность, мы обязательно у нас будет третий фестиваль в мае, обязательно, я в этом уверен, то есть поэтому всем спасибо, кто пришел сегодня. Мероприятие проходило наших партнеров. Итак, аплодируем. Турагентство «Сафари Тур», ресторан быстрого приготовления «Орел», ивент-агентство по организации праздников «Пушкин Мафия Интертеймент». Спасибо за поддержку, давайте поаплодируем партнерам.
Так, перейдем к награждению. Второй футбольный фестиваль «Дети будущего» 2019 года на Кубок футбольной школы «Харьков-4» увидел хороший и красивый футбол. Как командный, так, собственно, и индивидуальный. Итак, переходим к награждению. В игре за третье место сражались команда ДЮСШ 8 и первая столица. Поаплодируем. 3-4. Команда ДЮСШ 8 в хорошей игре уступила. И просим капитана команды ДЮСШ 8 к слову под ваши бурные аплодисменты. Мне очень приятно за то, что поучаствовал в таком хорошем турнире. Тут достойные команды и победила сильнейшая команда. Четвертое место в турнире награждается памятными медалями и сертификатами в наш прекрасный Торгойково. Давайте поаплодируем. Выиграла команда «Столица». Приглашаем капитана команды «Третья столица» и, собственно, просим получить заслуженный кубок и медали. Давай пару слов для всех. Я очень рад участвовать в этом турнире, что моя команда заняла третье место. Ну что, победил лучший. Спасибо за этот турнир большое. Финале было сражение двух хороших команд. Футбольная школа «Харьков» и ДЮСШ 11. Давайте поаплодируем. Команда школа «Харьков», тренер которой Артур Кулич, уступила и стала серебряным призером «Дети будущего» капитана Дениса. Да, давайте поаплодируем. Победителем турнира «Дети будущего» стала команда ДЮСШ 11. Примите, друзья. Капитана просим выйти и получить золотые медали и кубок второго бесплатного футбольного фестиваля «Дети будущего». Аплодисменты. Что в этом году прошел этот турнир. Я очень рад, что мы попали в финал с такой хорошей командой. И я хочу сказать всем участникам спасибо за такую хорошую игру. У нас есть индивидуальные награды. Нашими футбольными специалистами было выбрано с 8 команд лучшие игроки. 50% успеха в командной игре зависит от кого? Нет, правильно, от вратаря. Поэтому лучшим турнира признан игрок команды футбольной школы «Харьков». Скриник Стас, давайте поаплодируем. Голеадором сегодняшнего турнира призван игрок команды футбольной школы ДЮСШ-4 Гаджиев Рамик. Давайте поаплодируем. Простите, если неправильно. Кстати, он забил 11 голов. Спасибо за красивую игру, исполнение и огромная благодарность твоему тренеру, который направляет тебя на направлении футбольного фестиваля «Дети будущего» 2015 года были признаны игрок ДЮСШ-11 Павленко Илья, игрок команды «Первая столица» Игнат. Игрок футбольной школы «Харьков» Денис, поаплодируем. Денис, спасибо. И игрок команды Комарницкий Даниэль. Всем не останавливаться на достигнутом, развиваться каждый день. Но для того, чтобы хорошо играть в футбол, в него нужно играть. И это еще не все. На заминку всего нашего фестиваля, наши партнеры ресторан быстрого питания Royal Club угощает наших юных футболистов вкусными пиццами. Давайте поаплодируем. Второй бесплатный фестиваль «Дети будущего». Кубок футбольной школы «Харьков-4».
объявляется закрытым. Всем спасибо, что вы были с нами. Увидимся весной. Фестиваль «Дети будущего». До новых встреч.